Всем большой привет! Давно не записывала никакое видео. Думаю, с чем бы мне ворваться к вам снова. И надумала. На самом деле редко встречаются ароматики, которые соответствуют моим ожиданиям по разным параметрам. Сегодня это вот такой вот мягкой такой коробочки бархатной PUXS по карабан. Давайте достанем его, посмотрим. Флакончик у меня 30 миллилитров. Вот такой флакончик янтарного цвета. Это 30, как я сказала, миллилитров. И это парфюмерная вода. Произведен он в Барселоне. Хотя нет, тут написано Барселона, а Made in France, во Франции. Тут надпись вот только такая есть. Могу показать. Здесь, как обычно, ингредиенты. Вот. Какой-то код сверху. И вот название. Ну, ребят, что я вам хочу сказать. Этот ароматик заслужил свое место в моем обзоре, потому что он достоин действительно. У него такой хороший, мощный спрей. Он одновременно и сладкий, вкусненький такой, и соленый. Он очень такой вот мощный, дает такую ауру вокруг человека, создает. Он обладает какими-то такими нюансами древесности, шероховатость в нем есть тоже. Он одновременно и соленый, и сладкий. Ну, в общем, на самом деле красавчик. Вот если вы хотите стильно, классно пахнуть, и это подходит вашему образу, то я очень рекомендую аромат PUXS. И я хочу сказать, что, в принципе, все ароматы этой марки по карабан. Мужские они такие немножко сладковатые могут показаться. Женские, либо ароматы унисекс, которые у них есть, они просто очень достойные. Они звучат солидно, одновременно недешево. Могут и такими быть чувственными, и одновременно звучание такое иметь дорогого нишевого парфюма. То есть, ну, на самом деле, красавчики. И ценовая категория, если сравнивать с другими фирмами, очень-очень даже меняемая. Сейчас давайте вам скажу, какие здесь есть ноты. Ну, вот я, моя любимая в нем, это соленость и сладость одновременная с древесностью. Иногда в нем что-то такое вот травянистое, лекарственными нотками вначале я слышу, но это быстро очень исчезает. Я думаю, даже это у меня какой-то просто глюк. Вот, поэтому сейчас скажу, какие ноты тут. На самом деле, вот эта разбивка по нотам, это, конечно, целая история, потому что, ну, все равно же это химическое производство, да, то есть как бы вдохновляются парфюмеры какими-то определенными ароматами, запахами. Сейчас мы посмотрим нотный состав, чтобы не быть голословными. Напишите в комментариях, какие для вас у вас были парфюмерные открытия в последнее время. Очень интересно. Сейчас зайдем на программочку, надеюсь, откроется. Его чем-то, вот я смотрю, некоторые сравнивают с Олимпией от Пакарабан, но я бы не сказала, он такой более сдержанный, интересный, сложный. Попкорн, ваниль, кокос, иланг-иланг. Очень люблю иланг-иланг в ароматах. Сейчас еще добавлю. Персик, цветок, апельсина, белый мускус, сандал, амбре, эмбервуд. Ну вот да, древесность, это просто восхитительная в нем. Обожаю. Сладость, которую дает кокос и персик, она такая, знаете, вот сложная какая-то, не удушающая. Ну, такой аромат релакс. На самом деле он очень универсальный. Тут больше, я думаю, ничего такого нет. Ну, все позиционируют его как чисто женский. Вот. Он сложный и одновременно универсальный. Так что очень-очень вам рекомендую. Послушайте, поинтересуйтесь, узнайте, напишите мне обязательно в комментариях, что вы о нем думаете. Всем отличного дня, всем пока!